Лука, Лука, ты что, смерти своей хочешь? Повелитель, примите мои поздравления. Спасибо, Ибрагим. Я надеюсь, Аллах и вам пошлет здоровеньких детишек. Пусть даруют нам небеса мальчика. Иншаллах, иншаллах. Дае, не оставляй Махидевран одну. У меня неспокойно на душе. Приглядывай за ней. Конечно, госпожа. Как скажете. Госпожа, простите, я хочу вам кое-что сказать. В чем дело? Рассказывай. Госпожа, я очень опечалена. Вы великодушны. И мне так не хочется покидать вас. Мне очень грустно. Не печалься, Садыка. Мне ты очень нравишься. Но у Хатидже Султан тебе будет неплохо. Я уверена, Хатидже Султан тоже полюбит тебя. Моя душа спокойна за нее. Ты будешь ей верна так же, как и мне. Приказать художнику подождать вас? Скажи, пусть лучше придет потом. Какой художник? Ибрагим познакомился с одним художником. Он нарисует мой портрет. Мы повесим его во дворце. Отлично. Может быть, он нас вдвоем нарисует? Ты не против? Посмотрим. Сначала проверим, как он умеет рисовать. Повелитель занят гаремом. Приходите в другой раз. Что с тобой? На тебе лица нет? Ничего. Я много работал. Не спал. Тогда тебе надо отдохнуть. Идите, Матракчи. Пойдем. Кто эти женщины? Те, что приходили. Хатидже Султан, сестра повелителя. Она будущая жена Ибрагима Паши. А вторая – Хюрем Султан. Хюрем? Да, она из ваших мест, из Крыма. Дочь священника. А теперь она в гареме великого хана Султана Сулеймана родила ему двух детей. А теперь и третий на подходе. Вот так. Судьба причудлива. Я уже день от ночи не отличаю глаз, не могу сомкнуть. Тихо, а то услышат. Скоро мы будем вместе. Нас ждет великолепная свадьба. Наступает день, которого вы так ждали. Скоро ваша мечта станет явью. Видите, какой устроили праздник? Весь город веселится. Сынок, ты что, тоже хочешь пойти? Да, папа. Мне скучно сидеть среди женщин. Не говори так при них, а то обидится. Уже вечер, праздник начался. Ибрагим обещал меня взять с собой. Хорошо, Мустафа. Сейчас закончу и пойдем.
Для меня эта встреча – подарок. Я не думала, что мы увидимся. Я не мог уехать, не увидев вас, не поцеловав ваших нежных рук. Я скоро покину дворец. Но эта разлука станет последней для нас. Я буду наблюдать за свадьбой издалека. Я буду смотреть на вас. Но вы не увидите. Надеюсь, ваше сердце почувствует, что я рядом. А вы знаете что? Я буду считать минуты до той ночи, когда мы разделим наше ложе. Послушайте, как бьется мое сердце. Ваше сердце говорит, счастье совсем близко. Оно уже здесь. Мне нужно идти. Паши уже ждут меня во дворе. До встречи. До скорой встречи. Счастье мое. Паша Хазрет Лири, желаю вам счастья. Пусть оно будет бесконечно. Да благословит тебя Аллах, Нигеркафа. Как же красиво! Ой, Фенди, и вы тоже здесь. Я рад вас видеть. Я тоже рад встрече. Добрый вечер. Милостивый Аллах позволил мне увидеть этот счастливый день. И тот, кто еще не женат, пусть тоже свадьбу сыграет. Что? Не смотри на меня, мне и так хорошо. Я тоже так говорил, пока не утонул в омуте прекрасных глаз одной красавицы. Да. О, они уже едут. Жизни! Падишах долгой 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 жизни! Падишаху 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 долгой жизни! Да здравствуй, Шехзаде! Да здравствуй, Шехзаде! Ты видишь, Мустафа, как они тебя любят? Я тоже их люблю. Thank you.
Султан Сулейман Хан Хазрет Лири! Падишах, благодарю, что вы удостоили нас такой великой чести. Вы пожаловали на свадьбу моего сына Ибрагима. Наше с сыном счастье невозможно выразить словами. Я очень рад вас видеть. Надеюсь, вы всем довольны. Падишах, я не умею красиво говорить. Мы рыбаки. Если что не так, простите. Но мы молимся за вас и вашу семью. Смотрю на тебя и вижу Ибрагима. Близнецы – это милость, дар Аллаха. Помни это. Я очень ценю твоего брата. Как-то забыли о моем портрете. После свадьбы ты его нарисуешь. Покажешь мне свое умение. Как вы пожелаете, повелитель. Здесь ты свою работу уже закончил? Осталось немного, повелитель. Хорошо. Уже лучше. Мне вдруг стало больно. Все хорошо. Что с тобой? Ты должна помогать госпоже. Ты обязана ей прислуживать. Я уезжаю из дворца. Мне грустно. Я хочу быть фавориткой, родить для повелителя. Перестань мечтать. Никогда не надо противиться судьбе. Я больше не увижу повелителя. Почему же? Увидишь? Ибрагим Паша теперь родственник султана. Султан будет часто приезжать. Ты уверена? Конечно, я уверена в этом. Но не надо обольщаться. Иди, работай. Что с тобой, Хюрем? Сынок пинается. Никак не успокоится. И вчера он не давал покоя.
Я уверен, славный родится Шехзаде. Но сегодня большой день. Уже пора вставать. Сколько дней прошло? Свадьба когда закончится? Тебе праздник надоел? Конечно, нет. Просто я редко тебя вижу. Может, хватит? Не покидай меня. Сулейман, опять ты уходишь? Хорошо получилось. Хотя Дже понравится, как считаешь? Мне бы понравилось. Это очень красивое колье. Мое самое дорогое сокровище – это ты. Хатидже, ты просто красавец. Ты так этого ждала. Наконец вы с визирем Ибрагим Пашой сможете соединиться. Великий Аллах благословил ваш брак. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лери! Хатидже, моя дорогая сестра, я дал тебе обещание, и сегодня я его выполняю. Счастливо, и мое сердце наполняется радостью. Повелитель, до последнего вздоха ваш подарок я буду беречь. Я сочетал вас браком Ибрагим Паша с сестрой султана Сулеймана Хатидже в присутствии назначенного свидетеля Аяса Паши и свидетеля со стороны Хатидже, Мустафы Паши, как того и требует наш закон. Да благословит Аллах ваш брак. Желаю вам счастья. Тебя подарок. Может, если ты будешь рыбачить, и сети твои порвутся, ты оценишь его. Отец? Отец, ваше присутствие, то, что вы рядом со мной, для меня самый большой, самый ценный подарок.
Мне этот подарок будет напоминать, кто я есть. Я всегда буду носить его с собой, как дорогой талисман. Сынок. Дней прошло. Сколько еще продлится гулянье? Ибрагим Паша вошел в роль Паши. Сегодня свадебная процессия тронется в путь. Монеты сыпятся щедро, земля усыпана золотом. Тысячи человек накормил этот свадебный стол. Да благословит их Аллах! Не стоило бы так разбрасывать золото. В казне не будет денег. Падишах отправится в поход, и казна наполнится. Вряд ли они со свадьбы ринутся на войну. Ах, вы безбожники! Вот. Родос, разве ваши отцы завоевали? Поели, попили, надо поблагодарить за это, а вы болтаете всякий вздор. Ты так разволновался, что похудеешь. Смотри, какой живот отрастил. Что? Да кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать? Ты наглец, оборванец несчастный. Ах, ты окаянный! Вам только палец дай, вы всю руку откусите. Оставьте меня! Невежа! Фу! Кидай меня. Немного осталось. Ваше счастье уже рядом. Чудесно. Все счастливы в этот день. Правда, госпожа? Хюрем Хатун, не надо притворяться. Все знают тебя. Какая ты лживая. Меня не проведешь. Уж я-то насквозь тебя вижу. Вы бы остереглись, госпожа. Вам же это на пользу. Простите, а скажите, где проедет свадебный кортеж? Вот, смотри, они должны поехать оттуда и вот туда. Увидишь. Понятно. Спасибо. Спасибо.
Османы прежде не видели такой свадьбы. Это верно. Но, похоже, они промотали все деньги, которые мы привезли с Родоса. И ради кого? Ради Ибрагима Паши? Гуляют уже 9 дней. Говорят, и дальше будут. Конца не видно. Не беспокойся, это нормально, все в порядке. Ах, мой малыш еще не готов родиться. Не говори так. Ты уверена, что будет мальчик? А вдруг будет девочка? Будет мальчик. Нужно родить мальчика. У Махидеврана один сын, у меня должно быть два. Гюльниха. Молись. Желаю вам счастья, Ибрагим Паша. Я хотел сегодня вручить вам свадебный подарок, но галера из Венеции запоздала. А также я хочу передать поздравления от венецианского дожа. Спасибо, господин посол. Я рад вас видеть, а за подарок не беспокойтесь. Через 2-3 дня подарок вам непременно доставят. Набор обеденной мебели. Надеюсь, он вам понравится. Я бы очень хотел, чтобы он прослужил вам долго. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Леви! Повелитель. Что нужно этому венецианцу? Он явился на праздник, чтобы о чем-нибудь попросить? Он приехал меня поздравить. Венецианский дож прислал нам подарок. Славно. Это мой подарок. Желаю счастья. Повелитель. Я благодарю вас за этот дар. Александра, где же ты? Я не могу без тебя.